Полторы сотни работников ММК «Метис» этим летом получили различные награды в честь главного профессионального праздника «Магнитки». Около 10 из них были удостоены звания «Почетный металлург», учрежденного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Среди награжденных – машинист крана производства высокоуглеродистой проволоки и канатов Эльмира Белобаба. Профессию, которой Эльмира посвятила уже 36 лет своей жизни, она выбрала еще в детстве. Я видела по телевизору, в СССР еще показывали про комбинат. Я очень заинтересовалась этой профессией. Хотела пойти после 8 класса, но меня родители не отпустили. Но я настойчиво пошла после 10. Мне эта профессия очень нравится. Еще с первых дней практики во время обучения в 105-м училище Эльмира получила лестные оценки. Нюансы профессии крановщика давались ей легко. Сначала работала на калибровочном заводе в так называемом панцирном цехе. Затем перешла в цех ленты, где трудилась 20 лет. Несмотря на явный талант к выбранному занятию, без сложностей не обошлось. Помню такую ситуацию, подкрановый отказался со мной работать, а потом через полгода он даже меня не отпускал за свой счет, не мог. Привык ко мне, мы с ним слаженно работали. Последние 8 лет Эльмира трудится в ММК «Метис» на производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов. Здесь она также сходу заработала репутацию профессионального ответственного сотрудника и настоящего командного игрока. Не было таких у нас прецедентов, чтобы, допустим, стропочек не понимал ее или еще, или она стропочек. Всегда слаженно работают. Я работаю с Эльмирой уже больше 10 лет в нашей работе. Прежде всего, это доверие, потому что это тяжелые грузы. Если в двух словах, я ей доверяю. Она понимает, что она делает, я знаю, что я делаю. Несмотря на романтику, которая в глазах Эльмиры изначально сопровождала профессию крановщика, легкой ее работу не назовешь. Во-первых, скажем так, температурные режимы. То есть и печь работает, и все это вверх поднимается, испарение. Все это, конечно, тяжело. Для женщины дышать этим всем. Переносят стойко. Я начинала с платочком на голове, футболочка. Сейчас все это у нас, нас охраняют, нам все это одевают. Спасибо, чтобы мы пришли домой здоровыми. Стоят кресла специальные, и там есть у нас этот кондиционер. Многолетний профессиональный труд Эльмиры Белобабы не раз получал достойную оценку. Ей уже доводилось побеждать в конкурсах и становиться обладателем различных наград. Достойным продолжением славного пути стало звание «Почетный металлург», присужденное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Звание «Почетный металлург» удостоена Белобаба Эльмира Сагандыковна, машинист крана Магнитогорского метизно-калибровочного завода. Хотелось бы, конечно, спасибо сказать, то, что меня удостоили эти награды. Спасибо сказать тем людям, которые в течение 36 лет со мной были рядом, коллеги, друзья, начальство, эти мастера. Я думаю, что эта награда не только моя заслужена, но и люди, которые были рядом со мной, которым меня помогали. Павел Зайцев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.